Итак, друзья, пришло время, и компания Skoda решила обновить флагманский седан Skoda Superb. Компания и так успешно продает свои модели, но о своевременном обновлении они не забывают. И поэтому идет подготовка к выпуску нового Superb. И перед тем, как рассказать все подробности, попрошу вас поставить лайк под видео и подписаться на канал, если вы здесь впервые. И мы начинаем. По предварительной информации, уже в следующем году официально представят новинку, а на данный момент автомобиль обкатывают на чешских и немецких дорогах, и это подтверждают шпионские снимки, которые дают нам представление о том, как будет выглядеть будущий флагман от Skoda. При этом сама компания Skoda опубликовала дизайнерские скетчи на новый Superb, что дает еще больше понимания, чего именно ждать от новинки, но исходя из фотографий видно, что в общем шкодовцы все равно сохранили знакомый экстерьер автомобиля, но радиаторная решетка станет крупнее, а светодиодные фары будут тоньше. Автомобиль будет предлагаться в кузове лифтбэк и универсал. При этом, по предварительной информации, новинка немного подрастет, чтобы не конкурировать с также выросшей в размерах Шкодой Октавией. Что касается технической части, то автомобиль будет построен на модернизированной платформе MQB и будут доступны бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литра с гибридными установками, а двухлитровые турбодизели дополнят мягкими 48-вольтными гибридными установками. Также в связи с появлением большого количества автомобилей будут доступны и плагин-гибридные версии с большим количеством запаса хода. Как и ранее, Superb будет предлагаться с передним или полным приводом на выбор и новыми технологиями, в общем, которые мы уже видим на свежей Октавии. Выпускать новинку планируют уже не в Чехии, а на предприятии в Словакии. Туда же планируется перенести и производство Volkswagen Passat. И на этом пока вся информация. Очень хорошо было бы обсудить новинку в комментариях, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно же, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков!